Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе трехкомнатную квартиру с отдельной кухней. Срочная продажа. Цена, сразу скажу, в новостройке 51 500 евро. Так, вот здесь вот такая открытая терраса у этого проекта. Проект такой кругленький для общего пользования. Виды вот отсюда на все горы. Расстояние от этого места до моря, море в той стороне. 1170 метров максимум. Два лифта, один работает, другой не работает, так как отключили, пока идет строительство. Вот такой проект полукруглый. Вот. Здесь застройщик поменялся, так как были проблемы с техническим паспортом, но уже все решили. Заявку уже подали, ждут ответа. Так что с техническим паспортом и скяном здесь уже проблем не будет. Вот такая прихожая. Закроем дверь. В этой инфраструктуре только есть очень большой бассейн, и там строится еще какая-то инфраструктура. Я детали не знаю. Кому будет интересна эта квартира, то я вам покажу. Отправлю фотки. Вот такой санузел. Здесь только один. Больше санузла нет в этой квартире. 115 квадратных метров. Начнем от спальни. Вот такая спальня. Просторная, не маленькая. Здесь 15 квадратных метров. Шумоизоляция хорошая. Вот такой вид с окна. Вот. Идем дальше. С правой стороны у нас дополнительная спальня. 3 плюс 1. Здесь где-то 13-15 квадратных метров между ними. Покажу с этой стороны. Значит, с правой стороны у нас кухня отдельная такая вот. С выходом на балкон. Вот такой просторный балкон. Здесь сторона восточная. Вот. И северная. Север, восток и восток. Так. Здесь у нас гостиная комната. Приблизительно 20-22 квадратных метра. Вот такая просторная. Сниму с этой стороны. Такой потолок. И выход на балкон также есть. Здесь открытая парковка такая. Большой бассейн с той стороны. Море у нас тоже в той стороне. Есть еще какая-то инфраструктура. Там сауна, детская игровая площадка. Но когда докончат, кому будет интересно, обращайтесь, всю информацию вам передам. Дорогие зрители, квартира находится на среднем этаже этого проекта. Расстояние до моря 1170 метров максимум. Со всеми поворотами. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, маркета и тому подобное. Надо спуститься немножко вниз. Айдат здесь 150 лир на данный момент. Есть два лифта, один работает, один пока не функционирует. После того, как застроят, все построят, все будет работать. Все, цена этой квартиры 51 500 евро. Хорошая цена. Квартирка тоже новая, новостройка. Подумайте. Все, с вами был мистер Агаси, Солнечно Алания, канал Paradise. Алания, недвижимость в Турции, а именно квартиры в Алании. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия и побольше улыбок. Всем пока-пока.